опять Андрей Фурмаков, и я Павел Габухович. Как всегда, Вероника, Андрей Фурмакова, сестра, и наш друг Артем Лапинский. Привет! Так, сегодня мы вам будем показывать, как летать на трамплинах. Хорошо? Да, только после этой аварии я... Вы видели прошлую серию, нехилую аварию, как Андрей Фурмаков и Павел да. Велосипед. Только у меня сейчас нога хромает, потому что мне больно было, как я упал. Ну ничего, после этой аварии я выжил, как видите. Но мог и умереть. Не будет. Блин, а там поставил уже свой велик. А что, нельзя? Он сейчас Андрей Фурмаков нам покажет. В прошлой серии у него была неудача. Ну, как видите, нога болит. Да. Ну, ладно, давай, поехали. Покажу. Зачем? Вот. Ну, это не так сильно, я, ну, больно. Давай. Вот, едет он. На сильно большую скорость он не будет разгоняться, потому что ему может закончиться это плохо. Сейчас он выйдет там. Едет. А сейчас я пробую на Андрея Фурмакова тоже взлететь в велосипеде. Да. Я если так сильно не взлетал, потому что у меня, знаете... Нога. Да, и у меня тем более сильно велосипед легко вверх поднимать, из-за этого я и влетел так. Да, я думаю, больше аварий таких не будет, потому что из-за этого я пострадал немножко. Ну, всем пока. И вы, если не заметили, то у меня есть амортизаторы, а у Павлика нету. И из-за этих амортизаторов я упал. Ладно, как всегда, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Мы вас всех любим. Пока-пока. Yeah, good.